Ну что, дорогие друзья, сейчас я расскажу вам, как можно дома сделать вот такую вот кормушку с кружки. Для этого нам потребуется, в данный момент у меня есть в наличии корм для попугайчиков и кружечка желатина. Сейчас нужно очень быстро все делать, потому что желатин на холоде, как вы знаете, замерзает. Все, что мы делаем, это берем нашу красивую кружечку, которая вам уже не понадобится, заливаем сюда желатин и засыпаем некую норму нашего корма, который мы тоже будем использовать. Засыпаем все красивенько сюда и смотрите, есть два варианта, как можно это все залить. Первый вариант — это в таком же положении мы оставляем кружечку, то есть она у нас застывает в горизонтальном, либо же второй вариант — это наклоняем вот так вот, подвешиваем где-то, и опять же у нас застывает все по диагонали.